среду, 6 марта, по всей стране прошла масштабная проверка системы оповещения населения. В Северском районе сирена прозвучала с 10 часов 40 минут. Помимо громкоговорителей, сигналы передавали по основным теле- и радиоканалам. Такие проверки проводятся регулярно и позволяют объективно оценить исправность средств оповещения и провести тренировку дежурных служб. В Северском районе проверка прошла в штатном режиме.